состоится самое авторитетное, интригующее и эпатажное событие в мире казахстанской музыки – премия Eurasian Music Awards 2019. Вот уже 8-й год традиционно главный музыкальный телеканал страны «Музон» организовывает события мирового масштаба. Стартовала премия EMA в 2012 году. Очевидцами церемонии награждения было около 5000 человек. Хедлайнером тогда стал Дэн Балан. Взрывное выступление артиста зарядило толпу искушенных зрителей. А специальную премию за верность музыке получил заслуженный деятель искусств Казахстана Батырхан Шукенов. Энергичный перформанс от Нюши и жаркие танцы испанца Дэвида Таваре радовали зрителей премии в 2013 году. Благодаря шведской певице Ларин, а также гостям из России Ани Лорак и Файста Фэмили, шоу 2014 года оставило яркие и незабываемые воспоминания у всех, кто был на нашей премии. Церемония EMA 2015 была такой же яркой и масштабной, как и все предыдущие. Ягодками на торте стали исполнители Эльвира Т и группа «Серебро». Концертная программа премии 2016 года была полна сюрпризов для всех слушателей. Невероятный дуэт Айкына и легендарного Сосо Павлиашвили, хиты обаятельного Алексея Воробьева и бомбическое выступление американского рэпера Сайленто под бурные овации заставили ценителей современной музыки еще долго обсуждать это событие. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать одна. Ты закрыть глаза, улыбается, все смотрят на нее, и ей это нравится. Шестая по счету премия была приурочена ко дню города Алматы, а поздравить граждан прилетел специальный гость Сосо Павлиашвили с грандиозным часовым шоу. Впервые самое главное музыкальное событие страны EMA состоялось в столице, в Конгресс-центре Экспо. Именно это послужило такому патриотическому духу мероприятия. Казахстанцы в унисон пели вместе с любимыми отечественными артистами. Билеты на EMA 2019 уже в продаже. На сайте Kassir.kz вы можете приобрести заветные тикеты на главное музыкальное событие года от 1000 тенге. А напоследок хотелось бы напомнить о нашем главном спонсоре – сеть парфюмерно-косметических магазинов Monami. Меня зовут Таня Березницкая. Всем пока-пока! We'll be right back.